Коллегии присяжных заседателей провозглашен вердикт по уголовному делу о разбойном нападении и убийстве жительницы Чебоксар. Женщина пропала в июле прошлого года. Ее тело обнаружили в лесопосадке на окраине города. На скамье подсудимых находилось 4 человека, из них 3 мужчин, а именно уроженцев бывших союзных республик нашего государства в возрасте от 28 до 33 лет, а также 36-летняя жительница города Чебоксары. В суде установлено, что 30 мая 2017 года один из подсудимых познакомился с жительницей города Чебоксары в сети интернет на сайте знакомств, представился иностранцем, который прибыл в наш город для того, чтобы заниматься бизнесом по продаже автомобилей. В последующем данное лицо встретилось с потерпевшей и совместно с иными лицами совершили ее убийство. Следователи установили, что преступники завладели драгоценностями и автомобилем убитой женщины. Имущество было реализовано. А на похищенном автомобиле они уехали в Кировскую область, где в последующем также с помощью иных участников преступной группы реализовали данный автомобиль. За преступной группой тянется целый шлейф махинаций. Они продавали взятые в аренду автомобили и проводили фиктивные сделки купли-продажи недвижимости. Один из жителей города, попавших на удочку мошенников, лишился денежных средств, полученных по программе «Земский доктор». Ряд членов преступной группы коллеги присяжных признаны виновным в том, что они совершили 2 факта мошеннических действий с 3 чебоксарскими квартирами. Один из членов группы также признан виновным в том, что он познакомился с 2 жительницами иных городов Российской Федерации и также представился им лицом, который занимается бизнесом продажи автомобилей, предложил вести совместный бизнес, вошел к ним в доверие и в последующем также незаконно завладел их денежными средствами. В ближайшее время в Верховном суде определят наказание преступникам. Галина Титарчук, Дмитрий Ковалев, Александр Петров. Республика.